Шалом, дорогие друзья, я приветствую вас. Это программа «Слово из Иерусалима». И со мной сегодня здесь, дорогие друзья, Сергей и Наталья Вильбовцы из Канады. Но они, я не знаю, не все, наверное, знают, что вы из Канады. Наверное, многие думают, что вы или из Украины, или из России. Но на самом деле они отовсюду, можно отовсюду, сказать. Да. Да, мегапортал, да, христианский планеты, мегапортал Invictory. Поэтому, друзья, будьте с нами, не переключайтесь. Сегодня важная тема. Основание, Божье основание для семьи. Да? Мы говорим, да, о семье, да. А институт брака, на самом деле, институт семьи, он с неба, да? Я думаю. Абсолютно, да. И это не просто так, что мы сегодня говорим об этом, потому что наша церковь, наша мессианская община «Царь Великой Славы», мы несем это видение от Господа семьи, именно для семьи. Если в семьях все будет хорошо, то вообще все будет хорошо. То вообще все будет хорошо. Да, ну давайте поговорим об этом. Что вы об этом думаете? У вас есть опыт, наверное. Расскажите нам, пожалуйста. История знает массу примеров, когда служители не могли исполнить свое призвание только потому, что у них были проблемы в семье. Потому что семья — это самое сокровенное, что сделал Господь. И если непорядок в семье, то начинаются проблемы вообще в целом с жизнью человека. А с чего начинается порядок? С чего начинается порядок? С осознания... Порядок или беспорядок? Нет, порядок. Порядок начинается с того, с осознания, что есть семья и для чего она нужна. Потому что многие люди сегодня, они абсолютно автоматически вступают в семью, потому что так делали их отцы, и деды, и прадеды, и так далее. И они до конца не понимают, зачем это нужно. И под словом «семья» они скорее понимают синоним эдакий совместное хозяйствование такое. А не может быть такого, вот, дорогие друзья, что... В семью вступают некоторые люди для того, они думают, что все, как бы, дела плоти закончатся, как бы, похоть какая-то закончится, я женюсь. Ну, вот я имею в виду верующие люди, да. И у меня будет святой брак и святое ложе, и все, я тогда не буду грешить. Такое может быть? Ну, остается только пожалеть таких людей, которые так думают, потому что если бы грех заканчивался с заведением семьи, скажем, с созданием семьи, то, ну, просто на земле было бы жить просто сказочно. Одни святые, да? Одни святые семьи, скажем так. На самом деле сегодня много разводов именно в христианских семьях. К сожалению. К сожалению, семьях служителей, да, даже. И у служителей сегодня. И вы знаете, особенно когда это касается служителей, которые на виду у всех, это настолько бьет. Вот не стало ли сегодня, вот не превратили ли мы благодать Божью во что-то такое, что... Ну, все можно. Вот проблема, скорее, я начну, а ты закончишь. Проблема как раз в том, что мы слишком много думали о том, что не нужно вообще не изучать никакие принципы семьи, не нужно правил никаких, просто благодать все покрывает. Очень странно, почему мы, когда хотим сесть за руль, мы не говорим, благодать все покроет, я не буду сдавать на правила дорожного движения. Может, и есть такие. Да, может, и есть такие, да, именно очень духовные водители. Но, как правило, эта духовность с первым столбом, она заканчивается. Да. Вот. То же самое и в семье, абсолютно. Да, то есть мы обучаемся всему, чему угодно. Мы ходим в институт, мы ходим в колледж, мы учимся всему. Даже готовить еду мы учимся. Но думаем, что вступить в брак и жить в браке, что это такое дело, вступил, и все, и само оно как-то автоматически пойдет. Но практика показывает нам, что если мы не будем работать, если мы не будем стараться, если мы не будем знать каких-то правил... Работать над собой, то есть. Работать над собой, над своими отношениями, конечно. То у нас ничего не получится. Я, конечно, не буду говорить 100% ничего не получится, но будут возникать проблемы, это точно. Да, и что сегодня делать людям, чтобы проблем было меньше? Потому что мы не хотим быть обещалкиными, как говорили раньше, да, в Советском Союзе. Мы не хотим просто так давать пустые, надутые обещания. Что сделать, чтобы было меньше проблем? Потому что проблема будет всегда. Конечно. Ну что сделать, чтобы было меньше проблем? Откуда? Проблемы же могут исходить и из детства человека. Да, проблемы, да, могут исходить из той семьи, из которой он пришел. Угу. Или из его характера и так далее и тому подобное. Что нужно делать? Как работать над собой? Ну, здесь есть несколько основных моментов, о которых мы сегодня поговорим вкратце. То есть, во-первых, думать о браке нужно еще до того, как ты в этот брак вступил. То есть сейчас мы ведем нашу программу и наша передача для людей, которые еще не в браке, для них, ну, тоже. Вот этот принцип, скажем так, да. Для всех, для людей, всех, наверное. Абсолютно. Да. Абсолютно. Потому что прежде чем вступать в брак, нужно понять, что
тот человек, с которым ты будешь вступать в брак, ты проведешь с ним всю свою жизнь. И так часто дай получается, Бог, чтобы люди так думали. Да, что девушки, когда они идут на рынок или в магазин, они, чтобы блузочку какую-то выбрать, они же там полдня могут провести, там ниточка не висит, там пуговичка, там то, там это, которую они могут сдать через 10 дней и сказать, мне не подошла. Мужа не сдашь через 10 дней, и через 30 дней тебе деньги не вернут. Но мужа иной раз быстрее выбирают, потому что уже же время, надо замуж. Конечно, уже все мои подруги вышли замуж. Да. Люди гонимы стереотипами. Да? К сожалению. Все люди как-то руководствуются в своей жизни стереотипами. И до вступления в брак, и после вступления в брак. Почему у многих людей возникают в семье проблемы? Из-за тех же стереотипов. Мы пришли из своей семьи, и мы думаем, раз делали так мои родители, может быть, у них не всегда было правильно, но я буду делать так же. А другой человек вышел из своей семьи, у него свои правила в семье. И получается, сталкиваются в новом браке два мира. Одной семьи и другой семьи. Ну, вы знаете что, друзья, сегодня многие люди говорят об этом и говорят, ну, давай тогда поживем вместе какое-то время. Даже многие христиане уже, допустим, я слышал в Америке, я не знаю, насколько это правда или нет, многие христиане уже так живут. Ну, мы поживем вместе, гражданский брак, посмотрим, подходим мы друг другу или нет. Но это же грех. Ну, гражданский брак, во-первых, не решает проблем. Во-вторых, это грех. В-третьих, существует масса способов узнать ближе друг друга, да, без гражданского брака. Можно поехать на кемпинг вместе, в лагерь какой-то всей компании. Где живут отдельно, так, да, в разных комнатах. Да. Может, но я примитивно равно сегодня кажусь, но просто настолько это важно сегодня говорить нашим братьям и сестрам, нашим телезрителям. Задача какая у молодых людей? Определить, чем интересуется другой человек, как он реагирует на проблемные ситуации, то есть как он в стрессовой ситуации поступает, как вот там, если парень смотрит, как вот палатка, допустим, если он увидит, палатку невозможно поставить, или там не вполне комфортные условия, как девушка будет реагировать? Скажет она, что все, почему вы меня не поселили в пятизвездочный отель, допустим, или наоборот, она перенесет эти сегодня трудности? Сегодня это обычно служителя говорят. Да. Ну ладно. А не девушки. Дорогие друзья, ну я понимаю, а вопрос в том, что Бога нужно спрашивать? Бога всегда нужно спрашивать. Но в Библии, кроме исключительных случаев о том, что Бог предназначил конкретно Исааку жену, и еще буквально пару случаев, нигде не говорится о том, что вот Бог с рождения предназначил для нас ту вот единственную и неповторимую, которая вот, вот она наша, то есть мы должны ее то найти. То есть некоторые из нас становятся, простите за такое выражение, супердуховными. Да. И они говорят, я услышал Бога. Ко мне недавно одна женщина подошла, когда я служил в странах Балтии, и она сказала, там вот несколько мужчин хотят, чтобы я вышла за них замуж в церкви. Вот они, и каждый из них говорит, мне Бог сказал, это уже какое-то колдовство. Конечно. Мне сказал Бог. И она говорит, помолитесь за это, я уже не знаю, что делать. Я просто помолился за нее и разрушил все эти слова. И сказал, просто ты увидишь. Ну, я наставил ее немного там. В своем сердце, да, ты узнаешь, если Бог тебе, да, кого-то предназначил. Будет отражение в твоем сердце, да, просто ты поймешь, что это. Скажите, как у вас это было, если сейчас, не секрет. Секундочку, как раз вот закончу, потому, да, что получается, как в том анекдоте, что брат подходит к сестре и говорит, мне Бог открыл, что ты будешь моей женой. И она говорит, а можно я пойду у мужа спрошу, как на это реагировать? Так и здесь. Друзья, вы верующие уже были, когда поженились? Да, конечно, мы были верующие. Вы были в церкви? Глубоко верующие. Да, мы были в церкви. Мы служили Богу при этом. Мы служили Богу вместе. Хотя познакомились, мы узнали друг друга, скажем так, вообще друг о друге, когда мы учились вместе в университете. Поэтому я был несколько лет верующий на тот момент, уже в служении. Наталья не была верующей, поэтому я ее как раз евангелизировал, привел к Господу. Но я даже несколько лет даже родил себе жену. Да, не пытался думать о браке, пока она не стала посвященным служителем. То есть мы 4 года, да, до того, как мы поженились, мы, можно сказать, встречались, или, да, но при этом, то есть мы узнавали друг друга, но не спешили при этом. Да, потому что, в принципе, узнавать было друг друга легко, мы учились в одной группе, да, в одном классе, скажем так, и видели все, включая, я мог конспектировать все ее оценки, ответы и, в принципе, знать именно, что она из себя представляет. Но суть в том, что молодые люди должны определить, в первую очередь, мировоззрение друг друга, то есть
если у них совпадает мировоззрение, если у них совпадают цели, чтобы не получилось, он хочет быть миссионером в Африке, мечтает, а она хочет бизнес по бижутерии для собак, допустим, открыть. Ну, да. Знаете, допустим, многие... Я слышал одного проповедника, учителя Библии. Да. Он сказал, что ну, орлы не женятся на курицах. На курицах, простите, да. За такое сравнение. Ну, а вообще спрашивали насчет конфессии. Спрашивали, может, допустим, харизмат жениться на баптистке или на православной, или наоборот. Ну, можно и... все. Вопрос да. в том, что это будет создавать определенное трение. Но у нас в портале, скажем так, люди многие знакомятся друг с другом. И, кстати, я хочу обратиться сейчас к людям и сказать, что отношения строить в интернете нельзя. Невозможно строить отношения в интернете. В интернете можно только познакомиться, то есть узнать о том, что существует какой-то другой человек. Отношения нужно строить в офлайн и в 3D. Да. А не через интернет. Поэтому в первую очередь... Ну, есть много успешных браков, я сегодня смотрю и вижу. На самом деле нельзя этого исключить, что познакомились. Даже через ваш портал многие познакомились и поженились, если да, вы не знаете. Да. Слава конечно, Богу, да, мы да, встречали да, уже да, таких да, людей, да. И у них отношения проверены временем, что нас очень радует, естественно. Нас, собственно, что побудило создать такой раздел в портале? Та ситуация, которая нас очень огорчала, что девушки или парни не могут найти себе пару в церкви и выходят замуж, женятся на неверующих людях и очень часто отпадают. Поэтому мы решили представить им, что вот, может, в соседней церкви есть брат Но или сестра, которые... Они как-то слепы в этом плане, в своей церкви никого не видят. У нас сейчас за камерами сидят два брата, которые еще не женаты. То есть надо зеркало здесь большое такое сейчас поставить. Они уже как бы хотят жениться тоже очень. Я думаю, это не просто сегодня мы говорим об этом. Я думаю, что многие телезрители, многие наши друзья, они сегодня получают назидательное слово от Господа через нас. Хорошо. Давайте поговорим о семьях, о проблемных семьях, да, которые уже просто на грани разрухи, можно сказать. Они уже разрушаются. Что им делать? Я знаю, что Бог восстановитель развалин. Я все это понимаю. Но практически сегодня, помимо духовного аспекта, что нужно молиться, какие первые шаги вы бы посоветовали? Во-первых, нужно понять, что разрушенная семья не происходит, не бывает за один день. Она не разрушается за один день. Это длительный процесс. А мы пытаемся ее созидать за один день, то есть восстановить за один день. Второй момент. Бог, конечно, восстановитель развалин, но он может их восстановить тогда, когда ты перестал их разрушать. Потому что если Бог восстанавливает, то ты продолжаешь разрушать. Но смысл в этом процессе. То есть нужно изменить что-то в голове. И я хочу сказать о том, что если семья уже как бы разрушается, нужно понять причины. Их обычно не бывает 200-300, их обычно 2-3-4. И когда семья определяет, вот садятся люди друг с другом, может быть, первый раз в жизни даже, и просто разговаривают и говорят, что, например, не устраивает во мне или что в тебе не устраивает. И когда они видят вот эти 2-3 пункта, буквально 2-3, у них есть возможность работать над этими пунктами. Да. Они могут измениться в этом или могут как-то менять себя. То есть прежде себя. Всего надо сесть и поговорить. Вообще общение, мне кажется, первое. Это краеугольный камень любой семьи. И так странно получается, что 90% семей, они не общаются друг с другом. Они вместе смотрят телевизор и думают, что это общение. Они вместе даже молятся, может быть, и думают, что это общение. Но взаимных коммуникаций у них нет, они не говорят на серьезные темы, они не обсуждают что-то, так, события в мире, свои отношения, у них этого нет. Сегодняшний век информации просто породил, он вот сидят два рядом человека, и в них происходит такой даунлоад информации, а между ними ничего не происходит. И, кстати, некоторые тренинги, вот христианские семинары по поводу семьи, задают учитель, который проводит, он задает такой вопрос: а что любит ваш муж или что любит ваша жена? Вы знаете, это такие элементарные вопросы, но вы знаете, так часто 80% людей в браке, они не знают, какое любимое блюдо, какие любимые цветы. Это элементарные вопросы, казалось бы, зачем их обсуждать? А вот моя жена, допустим, не любит цветы, она говорит, лучше привези мне шоколадку. Ну, так хорошо, что вы это знаете. Я это знаю, да. Дорогие друзья, на самом деле это сегодня больной вопрос для верующих людей. Потому что, знаете, с одной стороны, мы понимаем, что разводиться нельзя, это грех, конкретно так говорит Слово Божье, но с другой стороны, мы понимаем, что и продолжать так дальше нельзя, потому что наши разрушенные отношения с женами или с мужьями, они текут дальше, это проистекает дальше на наших детей. Да.
И это становится нормой для общества. Вот что страшно. Да. Да. И как кто-то сказал, хорошие семьи – это хорошая церковь, а хорошая церковь – это хороший город. А безусловно. Хороший город – это хорошая страна. Да. На самом деле, это так. Но да, нам нужно… Это должно сопровождаться, вот общение, вы говорите, да? Нужно сесть, поговорить. Это может сопровождаться, допустим, мужем или женой, постом, молитвой? Ну, конечно. Или не конечно. Нужно этого делать? Нет, каждый человек, мы верующие люди, да. И каждый себе выбирает, что в его жизни, скажем, работает. Потому что то, что работает для одного, не всегда работает главное, для другого. Главное, чтобы общение не заменялось постом и молитвой. Потому да. что, получается, мы будем разговаривать, муж с женой, только через Господа. Господь, открой ей, а Господь, открой ему. Ну, это уже колдовство, наверное, какое-то. Я консультировал одну пару несколько лет назад, и вот была такая проблема. Вот... К сожалению, они разошлись, но я это видел, я это им говорил, они не в нашей общине, как бы сейчас, они были в нашей общине какое-то время назад. И он был служителем, и она служила вместе с ним. И она мне говорит, проблема такая, происходит какой-то конфликт, он уходит, закрывается на 2-3 дня, постится, молится, не разговаривает со мной, я пытаюсь, а это еще больше ее выводит из себя, она эмоциональный человек, она хочет поговорить, и вот так, и это просто росло, и она как бы даже, они разошлись, и она отошла от веры, представляете? Потому что у нее это ассоциировалось вот с молитвой как раз. С постом и молитвой. Ассоциировался с постом и молитвой. Когда Бог положил мне на сердце открывать церковь, и я начал двигаться в этом, я встретился с одним пастором, который уже 30 лет пастор, или больше, 35 лет здесь, в Израиле. Он мне сказал, я хочу дать тебе совет. Когда он меня помазывал, он говорит, я хочу дать тебе совет. Если ты хочешь, чтобы проблем было меньше, или избежать каких-то больших, таких потрясных проблем, которые будут трясти тебя, сделай одну вещь в церкви. Говори с людьми, общайся. Этот принцип работает и в семье, этот принцип работает и в церкви, и на работе, наверное, этот Абсолютно. Принцип, наверное, везде работает. Да. А многие люди, они держат как бы, ну, в себе, и потом всплеск эмоций. И... Дорогие друзья, сегодня хотим обратиться к вам и сказать, общайтесь друг с другом. Общайтесь друг с другом, говорите. Но многие люди высказывают так, в резкой форме. Что бы вы могли здесь посоветовать? Как нужно общаться? Как? Я бы сказала, что есть такие слова, когда люди обижают намеренно друг друга. Они высказывают что-то, да, и такие слова называются... Предъявляют да, что-то. Как бы. Они конфликтогены. То есть, если ты используешь их, ты сразу понимаешь, что будет конфликт. Если Даже ты хочешь если ты конфликт, говоришь о чем-то абсолютно нормально, вроде мирно, ты хочешь, если да, ты вставляешь да. это слово или несколько слов, ты провоцируешь конфликт, например. Например, когда мы говорим наши замечательные слова о вечности, да, вечно у тебя, например, что-то не сделано, вечно ты опаздываешь, вечно. И вот это слово «вечно», казалось бы, такое или простое. Это может быть. Да, да, да. Это очень простые слова, но они вызывают конфликт. И употребляя их, ты должен понимать, но, это да. будет. Но опять-таки нам нужно молиться и просить у Господа, чтобы Он нас очистил от этого, чтобы освободил, потому что иной раз просто мы не можем, мы несем это, не испокон веков, но мы несем это с детства просто. Абсолютно. И вот здесь очень большая ответственность в том, чтобы мы осознали, что мы абсолютно новая семья. Мы не должны быть похожи на семью наших родителей или семью одних или вторых родителей. Даже если они были успешны, да, абсолютно. Да, другая абсолютно. Семья. Абсолютно. Мы новая вселенная вообще с другими правилами, с другими законами. И мы можем сознательно взять лучшее из наших семей, но сделать это сознательно, а не потому, что в нашей семье так принято было. И это очень важно. И вот насчет этих слов и насчет конфликтов, конфликтогенов, здесь... Первый шаг – это осознание того, что ты это говоришь. Потому что многие неосознанно это делают. Многие о вечности говорят, анатомические диковинки всякие, откуда там руки у тебя там и так далее. Есть представить такого человека страшно даже. Или там слова обязательства, что ты обязан мне ты что-то, должен, там, или что-то. Должен что-то делать. То есть никто никому ничего не должен. Такое в семье, чувство долга, да. и да. уже любви нет. Абсолютно, да. потому что это уже армия начинается, а не семья. Поэтому семья – это... Добровольный союз – это завет,
Это не контракт, что кто-то кому-то должен. Вообще контракт отличается от завета чем? Что в контракте, если ты не исполняешь свою часть, я тоже не буду исполнять свою часть. В завете, даже если ты не исполняешь свою часть, я все равно посвятил себя тебе и буду исполнять свою часть. Да, и любовь, я думаю, приводит нас именно вот заветные отношения, это любовь, приводит нас к ответственности. Абсолютно. Мы не делаем что-то из-за чувства долга, но мы делаем, потому что мы любим и мы ответственные люди. Да. Так и с Богом, я думаю. Конечно. Абсолютно. Бог, Он нас любит же, и Он ответственный. То есть отношения в семье, они похожи на наши отношения с Богом. Если у тебя с Богом хорошие отношения, если ты с Богом общаешься, то, естественно, ты будешь общаться и со своим супругом и чувствовать любовь и делать что-то ради этой любви. Какие-то мелочи нужно учитывать. Большинство разводов происходит не из-за крупных каких-то ситуаций, не из-за измен там, мужа или жены, из-за каких-то мелочей, которые накапливаются. Да. Поэтому нужно понимать, что, во-первых, мы не должны критиковать друг друга на публике. Это самое первое. То есть мы не можем при других высказывать, а вот ты вечно не такая там и так далее. То есть это запрещено. Все услышали. Да. Второе. Мы не должны даже друг с другом критиковать родителей друг друга. Это вообще закрытая тема. Не трогать родителей. Потому что тут заранее ты обречен на поражение. Потому что другой человек прожил с ними там 20, 25, там сколько угодно лет. Да. И ты, сколько бы ты с ним ни жил... Ты ранишь его чувства. Да, абсолютно, да. Поэтому мы с Натальей договорились. Вот ты спросил, как это у нас было в браке. Мы заключили такой устный договор, такой пакт о ненападении друг на друга, о том, что мы не будем трогать родителей друг друга. Мы не будем, вот еще один важный момент, не переходить на личности в семье. То есть можно критиковать ситуацию какую-то. Поступок какой-то. Но не переходить на личности. То есть можно сказать, допустим, ты поступила там глупо, но нельзя сказать, что ты глупая, потому что это совершенно разные вещи. И мы договорились это делать. Поэтому я всем всегда говорю, что мы в семье никогда не ссоримся. И когда все говорят, что... Да, ну, я что? Тоже так говорю, вот, люди не верят. Да. Я говорю, потому что у меня жена мудрая. Да. Я говорю, мы можем дискутировать, иногда даже очень громко, иногда даже крича, но мы никогда не ссоримся. Почему? Потому что под ссорой я подразумеваю, что ты ранишь другого человека. Не просто вы громко, эмоционально выясняете отношения, ты ранишь его. Ты знаешь, в чем проблема, наверное, многих семей? Люди не могут прощать, люди не могут забывать. И если даже кто-то кому-то что-то сказал, для того, чтобы самому быть свободным, для того, чтобы самому двигаться вперед в этих заветных отношениях, нам нужно забывать, прощать. Ну, мы можем простить какого-то дядю Ваню, да. А вот мужа или жену... Потому что она же своим присутствием напоминает. Да, через пять лет это всплывает. И вы знаете, на самом деле, да, конечно, и родители, и та семья, с которой пришел человек, может очень сильно повлиять и позитивно тоже, не только конечно, негативно. Да, и мне, допустим, в этом плане повезло, на самом деле, потому что моя жена пришла с такой семьи, где у них все было хорошо, и мне повезло очень сильно. И, ну, моя жена говорит, когда задают ей такие вопросы, потому что она ведет у меня служение для семей, она говорит слово, перед моей проповедью каждый раз по 7 минут она просто говорит семьям, для того, чтобы сплочать семьи и так далее и тому подобное. Она говорит, я сильно люблю Бога. И когда человек сильно любит Бога, тогда он знает, что нужно делать для того, чтобы семья созидалась. А когда человек говорит, я люблю Бога, а сам не послушен или сам не ответственен, или творит беззаконие, ну, есть вопрос уже, любит ли человек Бога на самом деле или нет. Конечно. Допустим, мне жена сказала, я очень устала, я вот приехал недавно с поездки с детьми, у нас трое детей, слава Богу. Ну, может, еще будут, если Бог позволит, я не знаю. Сейчас, думаю, моя жена меня не слышит. Но она говорит, я устала. Я понимаю, что вот сейчас мне надо взять, все оставить, и потому что это для меня самое ценное. После Бога это моя семья. Мне надо взять и куда-то ее повезти. Потому что она устала, просто физически устала, как Иисус. Шел, и он устал от дороги и остановился. Да. Я говорю, хорошо, дорогая, мы куда-то съездим с тобой, нам нужно куда-то выехать. Я думаю, многие люди этого не делают, наверное. Это тоже проблема, как вы думаете? Многие люди, во-первых, этого не делают, потому что они находят всегда множество причин. Ну, мы можем отложить деньги на то-то, на то-то, на то-то. Они говорят, зачем нам куда-то выходить? А потом деньги куда-то улетучиваются. Да. Они говорят, зачем нам куда-то выходить или в кафе даже выйти, просто посидеть, пообщаться друг с другом. Нет, мы лучше этого не будем делать, мы останемся дома. И люди, получается, проходит время, они забывают о том, что
нужно ходить на свидания со своим мужем, со своей женой. И в 30, и в 40 лет, и в 50 лет. Это не важно когда, что нужно выделять время, когда вы можете именно остаться вдвоем и общаться вдвоем, отдохнуть, может, действительно от суеты какой-то. И это опять посвящение друг другу, и это опять мудрость и знание того, что нужно это делать. Потому что некоторые говорят: о, я даже не представлял, что это надо делать. Я думал, что свидания остались только для времени, когда еще не женаты люди. Но время проходит. Как та жена, которая сказала: любишь ли ты меня? А я же тебе сказал. Я же тебе сказал, если что-то изменится, я тебе скажу. Недавно Михаил Петров со своей командой проводили у нас, да, из Чикаго, проводили служение для семей, встреча с Богом. Ну, мне не нравится это слово, честно говоря, encounter, как бы не понимают его многие люди. Они думают, что это изгнание бесов или просто вот такая встреча с Богом, обновление завета для семьи. И это так всех коснулось. И мы сами прошли тоже это с моей супругой. Это и нас коснулось. И это нам дало стимул служить другим, потому что мы все-таки настроены служить семьям. Мы понимаем, что здоровая семья – это здоровая община, здоровая общество, церковь, конечно. Здоровое общество. Да. И нам это важно. Да. И вот я думаю, нам чаще нужно делать такие конференции, такие семинары. Нужно погружаться в эту атмосферу. У нас осталось буквально 2 минуты, но у меня такой короткий вопрос. Вот. Если в христианских семьях есть измены, можно ли простить? Потому что многие люди, они говорят: я не могу простить, все. И их жизнь, она просто катится вниз настолько сильно. Можно ли простить вообще? Бог же прощающий Бог. Как вы думаете? Простить не просто можно, а нужно для того, да, чтобы ты мог жить дальше. Неважно, с этим человеком или уже один. Простить нужно для тебя самого. Да. Это очень важный момент. Но все зависит, ну, как бы, но продолжать ли отношения зависит от того, от второго, индивидуально, как бы, да, от супруга твоего. Если он не хочет измениться, если он не испытывает покаяния, тогда. То есть Библия четко и ясно говорит, что мы имеем право развестись, да, в этом моменте. Да. А в других моментах просто нам нужно преклонять, наверное, свои колени перед Господом. Потому что мы говорим сегодня также тем людям, у которых есть сложные обстоятельства, сложные ситуации. Библия говорит: если с неверующим живешь, то приобретай. Конечно. И просто, наверное, нужно молиться, продолжать и исполнять свою часть в завете, да? Да? Молиться и общаться. Молиться и общаться, я бы сказал. Даже несмотря на то, что есть проблемы, то есть с другой стороны, конечно, от мужа, если, или от жены. А если этого не делать, ты будешь еще больше отдаляться и еще больше проблем будешь наживать. Зачем? Да, у нас буквально минута. Я хочу, чтобы вы помолились. Кто-то из вас, помолитесь. Может быть, Наталья, за наших телезрителей, потому что они нуждаются сегодня в этом. Давайте склоним свою голову и помолимся. Наш дорогой Господь, мы приходим к Тебе сейчас, потому что Ты – ответ на все наши нужды и на все наши проблемы. Да, Господь. Ты, Господь, знаешь, какая семья должна быть, и Ты ведешь нас в этом направлении. Господь, благослови каждого нашего телезрителя, благослови каждого человека, который смотрит нас сейчас. Если у кого нет семьи, дай мудрости и дай подходящую пару, Боже. И дай знание в сердце, что это есть подходящая пара. Для Господь, для тех семей, у которых есть какие-то проблемы, дай мудрости решить, помоги общаться, да, и помоги найти те точки соприкосновения, которые действительно дадут глубокое, да, хорошее общение, да, друг с другом и, конечно же, с тобой. Да, мы молимся и просим: благослови, дай мудрости и наполни своим духом во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Дорогие друзья, с вами сегодня были Сергей и Наталья Вильбовцы, Оран Левари. Мы любим вас, Бог любит вас еще больше. И я верю, что мы встретимся с вами на следующей неделе. Шалом, пусть Бог благословит вас. Благословит.